прошлом году продажи компании достигли 8 миллионов евро. Владелец, британский промышленник Саймон Портер, разработал технологию производства солнечных батарей. В ее основе монокристаллический кремний и медно-индиевый диселенид. Это должно снизить стоимость киловатт-часа до 1 евро. Хм, интересно. А есть ли спрос на эту технологию? Наши знакомые в Северной Корее утверждают, что хорошо заплатят за нее. А господин Портер живет в Лондоне? Да, но учтите, что Министерство обороны тоже заинтересовалось разработкой. Может явиться Ми-6, если выберем Портера следующей целью. Ценю вашу осторожность, но Ми-6 нам больше не помешает. Да, это только что принесли. Спасибо. Значит, он наша следующая цель. Что случилось? В чем дело? Нет, ничего. Мне нужно уйти. Все свободны.
Николь, стоять! Не с места! Привет, Джеймс. Любите сюрпризы? Бросьте оружие, отойдите от перил! Бросайте оружие! Или что, пристрелите? Предпочел бы арестовать, но могу сдать и мертвой. И давно вы все поняли? Это не важно. Скажите, зачем? Зачем вам это? Был один влиятельный человек. Я была готова на все ради него. Он попросил помочь. Все было невинно. А затем? Я думала, что смогу проявить себя, если уничтожу Померова. Это ради любви? Нет. Уж вы-то должны понимать. Не хочу быть нищей, старой, одинокой. Кто? Кто он? Да какая теперь разница? Мне нужно имя. Вы не понимаете. Он вездесущ. Сильнее вас. Сильнее МИ-6. Сильнее всех. И он видит нас. Прямо сейчас. Теперь уже не спастись. Николь, пригнитесь, быстро! Бонд, вы живы? 007, прием. Вы живы? Да, я жив. Мы волновались за вас, 007. Что случилось? Я цел. Похоже, вам нужен новый агент в Монако. Буду нужен. Знаете, как найти. Конец связи.